Всем привет! Сегодня мы снова распаковываем бумажные сюрпризы. И как вы могли заметить, у нас есть новиночка. Это коллекция амнямчиков. Они здесь всякие разные. У нас здесь 33 конвертика. В честь новиночки мы выберем 3 штучки. Раз, два, три. Так, дальше мы выбираем коллекцию РЖД. Возьмем один пакетик. Бомбочки, выстрелы наших пиратов. Возьмем 2 пакетика. Вот, тут раз упал уже, пусть будет. Дальше мы берем мини-лента. У нас их как будто бы и не уменьшается количество конвертиков, наших пакетиков. Возьмем сегодня 3 штучки. Раз, два, три. Остальные откроем в следующих видео. Коллекция сок. Возьмем 2 пакетика, гранатовый и яблочный. Киндер-сюрпризы. Возьмем тоже 3 киндера. Раз, два, три. Стражи Арктики. Возьмем один пакетик. Сейчас перемешаю. И веселые прилипалы. Возьмем 2 пакетика. Поехали распаковывать. Я уже открыла первую страничку нашего каталога, коллекция РЖД. Что же нам сегодня попадется? Что-то маленькое. Вот такой вот миленький мышонок. Под номером 10. Давайте его приклеим. Так вот, кто у нас едет, оказывается, собачкой. Маленький, миленький мышоночек. Переходим к следующей коллекции. Следующая коллекция — морской бой. Будем воевать. Так, наши первые выстрелы. Команда зеленых стреляет Б2. И не попадает. Отмечаем выстрел. Куда же у нас стреляет оранжевая команда? Они стреляют А5. Посмотрим, попали они. Они не попали. Они попали в пустое место. Следующий конвертик. Я уже вижу, что зеленая команда стреляет Д3. И они задевают, ранят один корабль двухпалубный. Отметим их выстрел. Так, а команда оранжевых у нас стреляет Б2. Что же нам попадется? Они убивают однопалубный корабль. Потопили. Как продолжится игра, мы с вами узнаем в следующих видео. Как вы думаете, какая команда победит? А мы переходим к следующей коллекции. Это коллекция мини-лента. У нас сегодня 3 конвертика. Давайте посмотрим, что нам попадется. Так, нам попались макароны Макфа под номером 13. Берем следующий конвертик. Попадается вот такой освежитель воздуха Глейд номер 36. И сразу же берем следующий пакетик. И что же нам попадается? Гель для бритья Арко, 26 номер. Сегодня все сюрпризики нам попали с этой странички, и сегодня она лидирует. Ну, а мы переходим дальше. Следующая коллекция у нас — соки. Вот такой вот сок Экзотик.
приклеим его на следующее место. И еще один сок. Нам попадается сок «Моя семья» вишневый. Ну а мы идем дальше собирать наши киндер-сюрпризы. Мы взяли опять 3 пакетика. И нам попалась повторочка. Вот такая вот Рапунцель. Потом ее уберем в конвертик для повторочек. А мы сразу же открываем второй пакетик. И нам попадается миньончик. И переходим к третьему киндер-сюрпризу. Вот такой вот краб Себастьян из «Русалочки». Вот его место. Давайте вернемся в начало нашего каталога, чтобы убрать повторочку нашей принцессы Рапунцель. И продолжаем собирать наши коллекции. Следующая коллекция – это «Стражи Арктики». Мы собрали уже 3 наклеечки из 6, но у нас может попасться и повторочки. Интересно, попадется нам сегодня что-нибудь новое или повторка? Так, что-то большое, и, судя по всему, это не повторочка. Вот такой вот медведь с птичкой и с цветочками в руках нам попались. И мы уже почти собрали эту коллекцию. Осталось найти 2 наклеечки. Следующая коллекция у нас «Веселые прилипалы». Мы взяли 2 пакетика. И мне так нравится, как они здорово открываются. Так, давайте сначала прочитаем подсказку, а потом посмотрим, что у нас за малыш. Грязнулькин. Не любите купаться? Понимаем. Щиплет глаза, пена кусается, а еще вода попадает в нос. Это проделки Грязнулькина. Он вечно из-за чего-то надувается, а потом проказничает. Давайте посмотрим на нашего прилипаку, как он у нас выглядит. Вот такой вот синенький, весь в пупырочку Грязнулькин с ирокезом на голове. Грязнулькин, вот его место. И что же нам попадется в следующем конвертике? Нам попадается почемучка. Как работает телевизор? Интересно, а что там внутри часиков тикает? А что, если привязать к батарейке этот проводок? У тебя в голове 100 вопросов? Это почемучка их выдумывает. Все-то ему надо знать, ведь это самый любопытный чудик. Давайте на него посмотрим. Не забудем убрать наши вкладыши в конвертик для повторочек. И теперь мы переходим к нашей новой коллекции с ам-нямом. И мы открываем первый конвертик. Так, чтобы не порезать сюрпризик, открывать будем здесь. Так, и кто же нам сегодня попадется?
под номером 22. Выглядит он вот так. И открываем следующий конвертик сразу же. Так, здесь сюрпризик. На месте сюрпризик. И нам попадается под номером 3 вот такой вот прикольный ам-ням из детского, наверное, лагеря. Ну и на сегодня это третий и последний конвертик. Давайте посмотрим, что же нам попадется. И нам попадается вот такой вот милый ам-нямчик в обнимочку с конфетой в виде сердечка. Номер у этой наклеечки 21. Вот здесь. Вот такая коллекция. Понравилось ли вам, ребята? Пишите об этом в комментариях. И ставьте лайки. Всем пока-пока. До завтра.